Итак, сейчас будет распиновка разъема на Рено. Вот такой вот разъем. Это он идет у нас вот здесь на кондиционер, на датчик вот этот. Какого там он, низкого, высокого давления или какого. В общем, был окисленный провод, увидел повреждение изоляции, потянул, и вот он оторвался, собственно. Теперь нам нужно извлечь пин, чтобы его качественно обжать. Будем паять, чтобы было удобнее, нужно извлечь. Смотрим, значит, примерно на замок. И видим, что вот здесь, видите, под ним, снизу, есть такое квадратненькое прямоугольное отверстие, даже, наверное, можно сказать. Вот туда нужно что-то вставить и потянуть. Сейчас попробуем. В общем, подбираем какой-нибудь инструмент. В данном случае у меня есть вот такие вот штучки. Это специальный набор для извлечения пинов. Ссылку оставлю в описании. Теперь находим вот оно отверстие, видим. Вот отверстие. Нужно сюда его засунуть. И засунуть, и вот так вот наверх туда надавить. Потому что там есть такой заусенец, который, собственно, цепляется, скорее всего. И не дает вытащить. Здесь есть еще вот это внутри, с обратной стороны, вот резиновое такое уплотнение, которое тоже фиксирует его и мешает нам вытащить. Поэтому нужно что-то такое взять пожестче, чтобы можно было надавить. Минус этого инструмента, что он немножко слабенький и не всегда подходит, когда нужно надавить. Попробуем просто вставить сначала сюда и потянуть. Здесь вставил, здесь пробуем тянуть. Нет, не идет. Здесь с обратной стороны, вот, кстати, еще стояла вот такая вот штучка. Вот. Тоже вот дополнительный фиксатор, который вот с двух сторон поддевается. Я его снял, забыл вам сказать. И, ну, вроде больше ничего нету, что его держит. Сейчас буду искать ключ к нему. И вот так вот я вытащил. Правда, я вытащил другой пин для того, чтобы попробовать вообще, как это. Потому что здесь короткий, тяжело тянуть, чтобы понять этот метод, как нам нужно его вытащить. Собственно, вот так он выглядит. А вот это, собственно, и есть его фиксатор. Теперь, чтобы он опять зафиксировался, нам нужно вот эту штучку вытащить. Заусенец наш. Надеюсь, вам видно. Вот этот заусенец я теперь вытащил. Теперь вставляем его обратно. Вот вставил. Все, вот он стоит. В принципе, вытаскивается легко. И еще раз. Теперь уже с нужным нам пином. Вот так ставили. Руками тяжело, поэтому используем пассатижи. Идет. Есть. Все. Вытянули пин. В принципе, легко и просто. Вот. Именно вот так вот боком я его ставил. Получается, он заходит туда, в отверстие. И вот этот заусенчик, который согнутый, видите, сейчас он выровнялся. Отсюда я его раз и туда запихиваю. Тем самым я просто пихаю туда, в отверстие, и тем самым этот заусенчик вминается вовнутрь и выходит из зацепа. И после этого мы можем уже вытянуть. Вытягиваем. Теперь сейчас припаиваем провод и вставляем его обратно. Но прежде чем восстановить, нам нужно вот этот заусенец снова поправить, чтобы он у нас вошел в зацеп потом. Видим, что заусенец вот я отогнул. Теперь он будет фиксироваться. Все. Теперь можно паять.